Рычаг есть вот здесь, плечо. Провернул. То есть можно таз перекинуть. Например, идет, я раз перекину. То есть, видишь, можно короткий такой импульсный. А чтобы травм не было, видите, чтобы травм не было, я скажу, а я тебя здесь не делаю. Смотри, ты стоишь вот, видно плечо? Да. Я тебе прям в плечо. Видишь, через все. Вот, все. А пальчики раз, все. Здесь поковырнул, все. Я буду управлять. Все. Что там есть? О, может, я понял, да? Блин, вообще, ну, это, так, видишь, ну, это предел. Как вы себя чувствуете? На память, да? И рычаг скорости, пинцет. Ну, щипчики давай. Вот, допустим, рычаг скорости. Быстро, больно. О, я уже могу здесь делать, да, рычаг? А на кисть я могу пинцет? Опа, я тебя уже, видишь? А здесь, смотрите, компрессионную работу. Видишь? Вот он держит, смотрите, опа, я уже вот на кисть подрабатываю. А еще и на это, плечо увеличиваю, силу на плечо, момент. Расслабился. А так я, если бы я еще на колено сел, то вообще вязко там все ломается. Смотри, я дозировку чувствую. Давай. Так. То есть так вы не вытянете, смотрите. Смотрите, ногами. Видишь, опять, я вам даю рычаг. О! Дошло, нет? Да. Вот. И смотрите, жестко держи. Сейчас жестко. Не давай, ничего больно не будет. Не давай вообще. И смотрите, видно, я его не вытяну. А я, смотрите, оп, все, я не буду ломать. О, видишь, на присел. Да. Значит, заходим. Если такой рычаг. Но если с ударами бей, то даже один раз. О, и опять. Видно, я ногами, вот, шаг под шаг захожу. О, я сразу вытягиваю. Но вам садиться надо. О, опа. Видишь, опять, ты ж держишь, видишь, я ноги косячие какие-то. Они не гнутся у тебя, ножки. Поэтому это больно. Ломаем, больно. Да на полу нога держишь. О, видишь, мне так интересно. А мне что ты там, не бьешь? Не... Вот желательно вот в параллель встать. Все. Кира, сначала снимай. Видно, я не знаю, как снял. Можно вот так подмышку повернуть? Да. Можно? Значит, ошибка какая стоит? Человек начинает спину гнуть. Смогу я тебе что-то сделать? То, что рычаги-то рычагами, у нас там... Видишь, опять козлячишь? Расслабься. Во! Видишь, я только руку делаю. Во! А при чем здесь ноги? Значит, вот этого не должно быть. Видно, я прямой. Вот, Михалыч, вот то, что вчера делал. Во! Видишь? То есть, видишь, этот кисть наверху остается, это внизу. Значит, желательно локоть дать. Чтобы вот этот локоть наверху был. Вот я сделал. О, а локоть сбоку. А я, видишь, наверх ее сделал. Видишь, опять бычишься, видишь? Ну, так ноги-то у тебя опять ничего не меняется. Вот. Видишь, опять? Тебе нравится, и силу дал. Что если я тебя сейчас сломаю? Что с тобой? Что с ногами? Что с ногами? Видишь, так ты давай это делай, ты понимаешь? А тебя ломать, ты упираешься. Ну, значит, как я тебе? Или тебя жалеть, или ломать? Раз, о, а теперь смотрите, вот этого не должно быть, видишь, руку-то отдай мне, ну вот, а что ты там, а теперь эта кисть наверху останется, даже вверху чуть-чуть, а это вниз пойдет, видно, кисть вот она наверху, но это все желательно ногами делать. Первое, снять удар, там рычаги разные, ой, я по-другому снял, видно, я уже могу вот не вот это делать, а вот сюда дать, вот так по горизонту, о, могу дать. Давай, главное сняли, о, а теперь я могу эту вверх, эту даже жестко сделаю, о, но спина, Михаил, спина прямая, но вот этого нет, вот, давай, значит, она пошла в меня, о, а спина прямая, где стояла, вот прямая, вот это не должно быть, ослабляйся, это на раз пошло, а я здесь вот так, можно так удар снять. А вот я сюда даю. Значит, если вот здесь такая, дай руку. Здесь такая вот эта штука, если я вот так стою, вот. Можете, если жесткий человек, можете ребро даже повредить себе. Ну, даже ломали люди. Значит, вы должны вот так немножко. О! Вот такая бывает. Фу, опа! Я сюда. Видно, что присел и нездоровьем делаю. Потому что рычаги-то рычагами, но
Как бы человек стоит, если еще, не давай мне начать. О, видишь, и все, и вот мы как два. А я ногами зашел, видишь, то есть. То есть надо создавать ситуацию, заходить. Идет, раз, зашли, опа, поставили, да? Можно как-то, смотрите, вариант. Так дать, ломануть. Но смотрите, я стою, я, смотрите, шаг делаю, а ногу эту оставил. Смотрите, ну ты вытишь завтра. Ты вот, ты попался, все, заслуживайся. Значит, я раз, хоп, хоп, и ножку вот сюда, опа, пальцы. Не добивать, да? Знаешь, тихонечко смотри, что вам надо? Идет удар, вам надо вот так вот подлезть. Раз, просто, видно? Я не помешал удару, зайти, чтобы ноги двигались. И раз, все, достаточно. И раз, еще для верности, да? Тут уже можно бить, ну, пока у нас физкультура. Опа, все, здесь пошел, ударил, что-то бить, да?